Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 37 на странице 19 рабочей тетради по русскому языку для 3 класса автора Канакиной. Прочитайте, ставьте пропущенные буквы. Запишите данные имена существительной в форме множественного числа. Подчеркните в словах изученные орфограммы. Ландыш. Парная согласная Ш. Потому что проверочное слово ландыши. Запишем во множественном числе. Ландыши. Жиши пишем с буквы И. Соловей. Соложка. Вторую У можно проверить, а первая непроверяемая безударная. Во множественном числе солови. Здесь непроверяемая бездарная гласная О и разделительный мягкий знак. Чертеж. Проверочное слово чертежи. Парная согласная Ж. Пишем чертежи. Непроверяемая бездарная гласная Е. Проверочное слово чертит. И жиши пишем с буквы И. Воробей. Бездарный гласный О. Второе можно проверить. Воробушка первую нужно запомнить. Она непроверяема. Во множественном числе вороби. Две безударные гласные, разделительный мягкий знак. Друг. Нет кого, друга. Вставляем букву Г. Во множественном числе будут друзья. В этом слове разделительный мягкий знак. Карандаш. Непроверяемые безударные гласные А. Парная согласная Ш. Проверочное слово карандаши. Запишем это слово каран. Да. Ши. Бездарные гласные А. А. И же ши пишем с буквы И. Малыш. Парная согласная Ш. Проверочное слово малыши. Пишем это слово во множественном числе. Малыши. Бездарная гласная, проверочено слово маленький и жиши пишем с буквы И. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.